с вами Толян Бутылёк. Сегодня мы будем делать капитошку. Мы будем делать две капитошки из шариков. Можно, мы будем заполнять мукой, а можно использовать манную крупу, либо соду, ну что-нибудь подобие. Сахар не надо, потому что сахар можно разрезать своими маленькими иголочками, как бы на сахаре разрезать шарик. Сейчас мы покажем, что надо, что понадобится для капитошки. Мы, как мы говорили, хотим запустить тематику на нашем канале, где там типа шарик какой-нибудь нагретый в 1000 раскаленный, либо нож на всякие предметы. Но сейчас, пока нам идет газовая горелка с Алиэкспресса, мы не можем пока запустить. Когда она придет, вам распакуем это все и покажем. И будем использовать барсик. Барсик у нас здесь, покажи только его. Сейчас только его покажешь вам. Барсик кушает там. Мы опять у меня дома. Вот на телевизор. Вот наш всё, барсик. Всё, собачка моя гуляет, только что гулять ушла. Барсик. Сейчас мы покажем, какие ингредиенты нужны для капитошки. Для капитошки нам понадобится вот такой вот стакан муки. Ну, конечно, не один, а... Несколько, но я пока вот такой маленький взял. Разбираем. Нужна будет воронка, чтобы заполнять туда муку, шарик. Нитки, чем завязывать, волосики мы ему не будем делать, как у всех капитошек. Морду нарисуем фломастером. Фломастер скоро пришел. И самое главное. Шарики. Вот один шарик мы сегодня только купили, а на один нас не хватило денег, мы решили забрать кейс КПЦ сокращенно. И еще нам нужен маркер. К сожалению, маркера не принес. Сейчас принесу и покажу вам, как мы на нем открывать глаза. Раз, два, два, три, вот. Потом это в конце нарисуем. А сейчас будем делать из муки, короче, воронки, там уже все дела, вот мы взяли, мы решили взять такую воронку, там воронка оказалась маленькая. Вот так вот натянули шарик, дай только покажу. Вот так вот. Сейчас мы будем, возьмем еще ложку и будем вот так вот брать муку и ложить его. Ну это будет делать только, либо я помогать. Я буду еще держать камеру. Либо вот этот держать. Палочку надо. Сейчас мы найдем палочку. Там просто не должно быть. Так, ребятки, мы взяли палочку. Вот так вот засыпаешь. Давай засыпай. Вот так вот. Только не дави на шарик. Он надавил на шарик и разбросалась мука. Теперь вот так вот делаешь просто шарик. И толкаешь, толкаешь, толкаешь. Вот так толкаешь. Все. Вот так вот подожди. Вот. Конечно, мы намусорили уже, но что я беру? Кто хоть мне поможет? Да, ты мне поможешь. Я в шоке просто. Я в шоке. Сейчас мы протолкаем и засунем следующую порцию. Я уже мастер толкать. Так, Тоха уже делает третью порцию. Я вот нашел в шарике там дырку небольшую. Мы сделаем, походу, только одну капитошку. Здесь есть дырочка где-то, вот здесь посередине, короче, находится. Не могу вам показать. И, короче, вот Тоха толкает. Мы сделаем одну капитошку и... Сейчас мы будем в своем процессе вам показывать, как я вообще потолкал. Сейчас давай бери еще раз, точно так же толкал. Либо понемножку можно сказать, не знаю. Так он потолкал сверху. Ничего полета. Только затолкаешь, толкаешь. Вот так вот все это дело Толян делает. Он как трудится. Ого. Сейчас мы, короче, толкаем еще раза два. Показывать, завязывать и чертить мордочку. Вот Толян. Блин, мусорит у меня. Ты что, дурак? Толян. Только у меня мусорит. Вот пока он делал, я принес вот такой маску, кипзар. Я нарисую мордочку. Кстати, вот уже образовалась такая форма. Надо утрамбовать и мы завяжем. Покажем вам, как завязывать. Так и тоже. Да, Толян? Иди что-то. Че думал? Вот мы наполнили капитошку, короче, сейчас только должен его завязать и можно снимать его. Надо ты как бы делаешь, смотри как. Вот сейчас вот надо вот так вот как бы снимать воронки. Берешь, завязываешь.
сначала фотографию надо лежит крепко. Крепко? Ну да. Вываливаются цветок. Трудно делать капитошки, первый раз делаем, решили вам показать. Вот мы сняли с воронки, вот так мы ее положили и начали снимать. Все-таки купила меньше одной кружки, то есть даже меньше четверти. Вот только уже завязал, вот это можно обрезать, но мы не будем обязательно, когда его каковом будет. И вот только эти маркеры нарисуем. Потом личико на ваших глазах. Да, это рисуем личико. Это рот красивый, еще два по глазам нос. Все, давай закроем фонарь. Сейчас мы вам покажем, что в итоге получилось. Вот у нас получился вот такой капитошка. Он как бы упругий. Вот упругий. Вот он такой красивый. Морда такая красивенькая. Мы не успели вам допоказать нашего дерзкого капитошку, потому что мне позвонили в дверь. По домофону. И вот у нас такой капитошка получился. Смотрите. Смотри, сейчас показывайте я наше видео друзьям. Не надо вот мять его. Давай. Видите, он как капитошка. Он сохранил форму. Он сохраняет форму. Капитошка? Я даже вот так могу сделать. Вот капитошка. Вот какой узкий. Да. Вот, вот. Так, вот такой вот узкий. Смотрите, смотрите, как мы делаем капитошку и ставьте лайки. Колян. А то у вас только придет свет. Итак, ребятки, у нас получился капитошка, вот он такой миленький. Вообще, я его сам делал, одно лицо с себя сфоткал. Одно лицо с ним, с Тохой. Также подписывайтесь на наш канал, еще подписывайтесь еще на нашу Вику. Вот тут вот будет эта картинка. Викандер. Да. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Также подписывайтесь всем на канал Макара Поддеева. Мы, да, мы оставим ссылки в описании, они выйдут значки. С вами был Данила Капелямба. Всем до скорых встреч. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.